Казалось бы, чего-чего, а салонов красоты, достойных, современных, качественных, в нашем городе всегда было предостаточно. Однако авторы этого проекта на заполненном рынке сумели найти свободную нишу. Так 3 года назад появилась первая студия «Лаки». Я мало знала про эту сферу, то есть мне нужно было начинать сначала. Училась сама на мастера маникюра, то есть прошла всю вот эту вот историю сначала. Поняла, как девчонкам работается, да, что это непростой труд. Работаешь с клиентом, контакт тактильный, это эмоциональный. Научилась оценивать работу правильно. Тяжело было ужасно, честно скажу, да. Но я очень рада, что эта история была, потому что я сейчас прям в теме. Я пришла в этот бизнес, наверное, не из-за того, что я люблю безумно там бьюти-сферу. Это я уже в процессе полюбила. Такая любовь не с первого взгляда. Я пришла именно с точки зрения бизнесмена. То есть с точки зрения бизнеса мне понравилась маржинальность в этом бизнесе. Мне понравились те показатели, которых мы можем достичь со временем. И мне понравился масштаб, что немаловажно. Я думала, что это такой красивый бизнес со стороны. Но когда ты внутри ситуации, когда мы это все командой выстраиваем по кирпичику, да, и ты сталкиваешься с огромным количеством подводных камней, каких-то трудностей, понимаешь, что это порой даже далеко не девичий бизнес, как это может со стороны показаться. Несколько месяцев назад бизнес Натальи вышел на федеральный уровень благодаря реалити-проекту Сбербанка на известном развлекательном канале. Мне предложили в нем участвовать, я сразу же практически согласилась, не раздумывая. 600 предпринимателей различных сидят, и нужно было на сцене, чтобы твой бизнес разбирали по косточкам. Сам форум, который проходил в экспоцентре, тоже это прям целое шоу было, масштабное, интересное, с выходом на сцену, с именитыми экспертами. Игорь Мам, маркетолог номер один в России, и остальные, они сказали так, что она самая смелая девушка нашего города. То, что она не побоялась так со сцены, именно вот о себе заявить. Я понимаю, что для меня это, знаете, как глоток энергии. То есть мне важно это общение, мне важно выходить в люди. И потом я как по инерции двигаюсь просто, я чувствую, что вот это вот прям генерирует энергию во мне очень сильно. У нас, конечно, самый генератор идей – это Наталья, поэтому она, естественно, нас всех и вдохновляет. Это человек, который работает на результат. Здесь хочется, чтобы это было действительно не просто какая-то красивая картинка со стороны, красивая девушка открыла, а мы хотим, чтобы мы были номер один. Несмотря на то, что флагманским предложением студии «Лаки» остается ногтевой сервис, перечень услуг дополнили парикмахеры, мастера-бровисты и узкие специалисты-подологи. А еще «Лаки Нейлс» открыли мир ухоженных ногтей для челябинских мужчин. Мужскую аудиторию мы завоевывали, завоевываем и дальше планируем, да, завоевывать дальше. Конечно, есть некие предубеждения, есть некоторые стереотипы. В этих целях мы сделали даже отдельный кабинет, где мужчина может чувствовать себя комфортно, удобно, он один в комнате с мастером. Относительно женщин, конечно, немного, но этот процент он увеличивается. То есть, если раньше мы смотрели в день, могло бы вообще не быть, сейчас может и 3 мужчины в день быть, например. То есть, это уже прогресс. Открыть салон красоты очень просто и очень сложно. Мыслить нужно масштабно и вместе с тем вникать в детали. Моя позиция такая, что идеального не бывает. Всегда есть что исправить. Вот всегда. Я вот недавно была в студии на Ленина, ты садишься, и ты критичным взглядом смотришь на все на это. Я нашла 1 000 000 ошибок, донесла до управляющего, и сейчас мне это исправляют. В нашей работе деталей нет, все важно. Все эти нюансы, это все важно. Когда ты открываешь бизнес, ты продумываешь каждый шаг клиента. Он пришел, ему нужно куда-то поставить сумку. Но опять же, я раньше была в качестве клиента в других салонах, и я понимала, что есть такая проблема, сумку девать некуда. Вот, ну поэтому придумали специальные полки в наших столах. Можно было не заметить, да, мы посмотрели, насколько это неудобно женщине как-то подготовиться к педикюру, особенно в зимний период. Поэтому в этой студии мы уже предусмотрели, и у нас уже есть раздевалка, где можно уже подготовиться к процедуре и после уже комфортно одеться. Интерьер, цветочки, вазочки, все это важно. Пришел с работы, голодный, у нас возможность есть перекусить, фрукты, орехи, это все такое полезное. Смузи, кофе. У нас определенный такой эксклюзивный реквизит для того, чтобы мы могли делать красивые фотографии после того, как сделаем маникюр. А
Управлять людьми, ну, это, наверное, одно из самых сложных в бизнесе, да, то есть это не машины, это не роботы, это всегда нужно найти индивидуальный подход к каждому, понять, что конкретно мотивирует этого человека. От того, как зашел, от того, как посмотрел администратор на нашего гостя, так уже и создастся настроение. Сейчас нужно стараться в 10 раз больше, ну, и, соответственно, мы... Ну, не отстаем от этого и все время придумываем новые методы, как и у клиентов удивить, как работать с существующей базой. Не стоим на месте, это самое важное.